Мы начинаем торжественную церемонию вступления в должность главы города Нефтеюганска. Председатель Думы города Нефтеюганска Рафаэль Флоридович Галиев. Избранный глава города Нефтеюганска Эльвира Хакимьяновна Бугай. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, уставом муниципального образования город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа Югры, порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города, Дума города решила избрать на должность главы города Нефтеюганска Эльвиру Хакимьяновну Бугай. В соответствии с частью 5 статьи 24 Устава города, при вступлении в должность глава города Нефтеюганска произносит присягу, текст которой определен уставом. Уважаемая Эльвира Хакимьяновна, прошу произнести присягу. Клянусь, при осуществлении полномочий главы города Нефтеюганска верно служить жителям города Нефтеюганска, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы города, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и устав города Нефтеюганска. Вручается удостоверение главы города Нефтеюганска. Эльвира Хакимьяновна Бугай вступила в должность главы города Нефтеюганска. Глава города Нефтеюганска Эльвира Хакимьяновна Бугай. Дорогие нефтеюганцы, для меня сегодня очень важный и волнительный день. Только что я произнесла торжественные слова присяги. Особая честь и ответственность служить людям, которые здесь живут, которые верят в меня и в будущее нашего родного города, небольшого, но уютного Нефтеюганска. Обещаю на посту главы города работать честно и открыто. Считаю своей обязанностью не только выполнить все обязательства предыдущей команды управленцев, но и в тесном взаимодействии с представителями общественности, депутатами Думы города приумножить результаты и нарастить темпы реализации задач. Да, у Нефтеюганска есть проблемы, которые при всем желании не получится решить сразу. Но имея четкий план действий, поддержку инициативных жителей, а также эффективную команду управленцев, уверена, мы добьемся многого. Уважаемые земляки, я сделаю все возможное, чтобы через 5 лет с чистой совестью сказать: сделала все, что обещала. Сделала больше. Благодарю за оказанное доверие. Торжественная церемония вступления в должность главы города Нефтеюганска завершена.